Пойдемте, я вам покажу. Вот. Это вот банановые ноги с 5 кустов. Я собрала, я взвесила тут 12 килограмм. Это огурцы, правда, мама вчера собирала. Я просто фоткала, вот их поставила, чтобы было красиво. И это тоже я сегодня собрала. Тут, конечно, меньше, чем ноги, но все равно много. Там разные сорта. И такие вот бурые, и красные. И даже, вон, видите, там оранжевенький такой виднеется. Морковь нашла большую. Мама говорит, пойду вырву морковь. Я думала, у нас в этом году вся маленькая, но нет. Вот такая вот большая тоже есть. Редисочка. Кабачки. Это все последняя брокколи, больше нету. Я все выкопала. Это вот какой-то смешной помидор с носом. Такой уродик. Капуста цветная, желтого цвета, ярик. И последняя цветная, фиолетовая. Это переросток патиссон. А вот это нормальные патиссончики. Ну и кудрявая петрушка. Так что на вечер у нас дело есть. Надо это будет все закатать. Ну как все, по мере возможности закатать, переработать. А мы тут с Валдая иву привезли. Леша ее проращивала, и она проросла. И теперь вот он ее ходит, сажает. Вот пока закатала две. Так, тут у меня творческий беспорядок, так сказать. Здесь помыла еще две банки. Сейчас буду делать помидоры. Недавно в Фаберлик была распродажа. Я вот такую заказала форму для пирога синего цвета. И сейчас я пойду банки дальше катать, а мама будет шарлотку делать. Такая керамическая, классная. Купила вот такой журнал «Сваты на кухне». Не просто так, потому что тут опубликован рецепт. Мы в прошлом году делали с мамой зеленые помидоры. Это ее подруга рассказала. И мы вот воспользовались рецептом. Только там был на 9 килограмм. Мама вот все пополовинила. И в итоге на 3,5 делали. Видите, из Инстаграма со мной связалась, не знаю, редактор. Или кто, в общем, наполняет этот журнал. Говорит, можно взять ваш рецепт. Я говорю, берите. Она взяла. Потом они его опубликовали. И она говорит, вознаграждение вам положено от 200, если я не ошибаюсь, до 1000. Я говорю, а что для этого надо? И началось паспортные данные, ННН, карта Сбербанка, еще что-то. Я говорю, знаете, вы меня упомянули, мне уже очень приятно. В общем, оставим все как есть, без всяких награждений. Но все равно прикольно. И фотка моя, и подписана. Здорово. Я сделала заготовку пока для банок, а мама в это время сделала шарлотку. Я наоборот подвинула, чтобы рецепт показать. Вот такой получился пирожок. Ну, пока не получился. 4 яйца, 1 стакан сахара, стакан муки и 4 яблока. И теперь это в духовку. Закончила я крутить банки. Вот что я успела сделать. Это у меня маринованные помидоры с горчицей. Ну, с зернышками. Огурчики. Потом вот такие помидорки с укропом и не помню еще с чем-то. Потом тут еще где-то что-то с хреном есть. По-моему, огурцы. Надо будет, когда это все остынет, сразу подписать. Вот такие огурчики. Баночка леча. Ну и вот, в общем-то, все. А еще я заморозила. Заморозила вот так помидоры. Просто их порезала. И вот выложила. Видите, такими порционными, так сказать. Ну, то есть я буду открывать пакет, когда мне надо брать вот эту вот помидорку. Или она подтает, ее можно порезать, или можно ее перемолоть, там, в суп добавить. Ну, вот таких вот у меня несколько пластов получилось. Это я на даче оставлю. И еще с собой возьму, чтобы у меня в Москве тоже было. И еще... Ой, вот. Это помидоры, которые были мятые, которые были не очень, в общем-то, в форме. Я их просто потерла на терке и заморозила в пакетике. Конечно, в идеале это должны быть какие-то формочки или контейнеры. У меня ничего не было. Поэтому и пакет подошел. Сделала вот два пакетика. Тоже можно куда-нибудь добавить. Будем сажать голубику. Вот такой вот Леша ящик сколотил. Вася опилки будет сейчас делать. Она понесла вот эти вот щепочки, вернее, не опилки, а щепки. Надо на дно положить. И сейчас будем мешать землю, песок и торф. И засыпать туда. Вчера были в питомнике. Вот нам дали такие рекомендации по посадке голубики, чтобы это все росло и плодоносило. Так что будем пробовать. Конечно, геморрой
ничего не скажешь. В общем, ее надо сажать не вглубь, а чтобы там была аэрация, а она должна быть как бы на горке, на кочке, чтобы вода внизу была, но она не застаивалась. Не знаю, получится у нас или нет, но попробуем. И вот наш кустик голубики. Сорт называется «Река». И по инструкции сейчас надо его поставить в воду, вот вместе с горшком, минут на 10-15. Засунула я ее в таз. Сейчас еще полью. В общем, смысл в том, чтобы там это все размягчилось, потому что нам потом вот этот комок, который образовался в горшке, саженцу 2 года должно быть. Ну, по крайней мере, нам его продали как 2-летнее, там не знаю. Вот. В общем, этот комок нужно будет размять. Написано прям вплоть до того, что если этого не сделать, то растение, даже если приживется, в итоге погибнет. Через пару лет. Посадили голубику. Мама смеется, говорит, как этот гробик какой-то с цветочком наверху. Вроде бы все сделали правильно. Единственное, вот здесь вот надо какой-то желобок сделать. В общем, чтобы вода не скатывалась по бокам. Переборщила я немножечко с землей. И вот уже листья начинают краснеть. Это значит, что ей не хватает... В общем, почва уже не такая кислая. И поливать вот это существо, по-другому не знаю, как ее назвать, надо или лимонной кислотой, или уксусом. Ну, не в, конечно, в 100% виде, а разводить. Но вот, тем не менее, такие кислые подкормки ей нужны. Вот, буду надеяться, что она у меня выживет. Пришли в дровник. Вчера мы укладывали, ну, наверное, полдня укладывали дрова. Просто вот эта первая партия, она лежала здесь и здесь, но они были мокрые. И они, в общем-то, за лето высохли благополучно и начали немножечко вот так вот наклоняться вперед. Меня это напугало, поэтому я решила, что лучше переложить, и так будет, ну, надежнее. Ну, так, знаете, мало ли, зайдешь, что дровами привалит. И осталось вот еще куча. А сейчас пойдем деготь делать, потому что у нас кончилось мыло. Мы когда дрова укладывали, обдирали бересту. Вот. Он ее нарезал, а я вот так вот измельчила. Сложили в кастрюлю. И сейчас он пойдет ее закапывать. Я уже видео снимала, как мы делали деготь подробную. Так что, если что, давайте я ссылочку оставлю. Там будет весь процесс. Леша сделал углубление в земле, на всякий случай пролил, потому что сейчас очень жарко, и поставил туда чистую баночку. Именно в нее будет капать деготь. Покажи там внизу. Вот, видите, в кастрюльке дырочки, вот оттуда будет как раз добываться продукт. Деготь готов. Да. Что там осталось? Ой, это кора в такое превратилась? Ой. Ничего себе. То есть, получается, вот это все из нее вытекло, и осталась, грубо говоря, бумага какая-то, да? Такая штука стоит. Так, теперь мне надо сварить мыло. У меня вот такая сейчас мыльная основа. И еще вот остатки, какие были. Видите, там беленькая, кусочек голубенького. Ну, в общем, все, что было, я сюда свалила. Теперь ставлю это разогревать. И буду делать с дегтем, который мы уже приготовили. На основу наливаю деготь. Главное не переборщить. Я точных пропорций не знаю, я на глаз делаю. Просто если много налить, то будет сушить. Так, палочка почти утонула.
пюре это перемешу. Еще поставлю в микроволновку буквально на несколько секунд, чтобы все было однородное. И уже буду заливать в форму. Буду делать просто однотонное, без всяких изысков, потому что мне надо быстро, чтобы было мыло. Брызгаю форму спиртом, чтобы не было пузырьков. И сейчас буду выливать основу. Одной рукой было неудобно. В общем, вот заливаю в форму и теперь тоже сбрызгиваю спиртом, чтобы вот эти вот пузырьки убрать. Но пока я это все пыталась сделать, у меня уже все равно немного присохло. Видите, вот эти комочки. Но это не страшно, потому что все равно это все сразу смылится первым делом. И тем более это внизу, так что особо оно вид не испортит. Я продолжаю собирать урожай. Сегодня 4 сентября, а помидоры все не кончаются. Не жалуюсь ни в коем случае. Я, наоборот, очень рада, потому что в прошлом году с помидорами у нас дело обстояло намного хуже. В этом году действительно прямо завал. Также меня еще вы спрашиваете, как надо сажать, на каком расстоянии. Я не мастер. Вот это вот я все сажала. И на самом деле это очень загущенная считается посадка. И нужно больше вот это вот расстояние соблюдать. Видите, у меня на самом деле очень близко. Так быть не должно. Поэтому я ни в коем случае не пытаюсь быть примером, как надо делать или как не надо делать. Мы только третий сезон дачники-огородники. Так что методом проб и ошибок находим оптимальное, так сказать, решение по посадкам, по сортам и всему остальному. А я просто с вами делюсь своими удачами и неудачами. И, кстати, помните, в прошлом видео я, ну, кто смотрел, говорила, что в маленькой теплице напала фитофтора. И вы знаете, удалось как-то это остановить. Вот она, Любаша, она вызрела, и еще остались там помидорки. То есть именно обрезка листьев и удаление вот этих вот плодов пораженных, в общем-то, помогло спасти урожай. Я, честно, не ожидала такого. Пойдемте, я вам покажу. И вот так вот выглядит сейчас Любаша. Сначала мама убрала где-то, наверное, помидоров 10-15, которые были пораженные, и отстригла листья, тоже которые были пораженные. А после этого я приехала и выстригла вообще все. Вот, вообще. Не оставила ни одного листочка. Ну и в итоге мы собрали очень даже хороший урожай. Вот эта вот зараза дальше не полезла. И сейчас еще надо собрать перчики. Вот они почему-то не хотят активно вот так вот менять цвет. То есть, когда они зеленые, значит, их уже можно есть. Но большинство из них должно быть другого цвета. Вот здесь вот немножко уже начинается, видите, изменения. А так почему-то все равно зеленые. Вот баклажанчики подросли. Тоже нужно собирать урожай. Вон они какие красивые. Ладно, я пойду дальше собирать помидоры в той теплице большой. Еще вы меня часто спрашиваете в комментариях и в Инстаграм, в личные сообщения, что вот это вот все за семена, какие именно. Ну, во-первых, у нас практически все семена, не только помидоры, а вообще фирма-партнер. Просто я вот как-то попробовала в прошлом году вот эти ноги, опять же, банановые, меня поразило количество плодов, которые они дали. И после этого я купила уже остальные семена, тоже партнер. В общем-то, они действительно урожайные. Они стоят на порядок дороже, чем семена других фирм. Но мы пробовали другие фирмы. И в сравнении с партнером, мне кажется, что легче заплатить, не знаю, пусть будет, например, 100 рублей за вот упаковку семян и получить прям вот 100% всхожесть, может быть, 99% всхожесть и замечательный урожай, чем вот это вот обставляться рассадой, как у нас было в первый год. У нас было просто вообще все в рассаде, и что-то всходило, что-то подыхало, что-то начинало вырастать, потом загибалось. В общем, нестабильно как-то. А вот здесь вот пусть подороже, но зато вот наверняка. Поэтому все семена вот в этой теплице, кроме перчика острого, у нас партнер. Вот по сортам это желтенький Котя, это царское искушение, вот эти длинненькие, это Марселон, вот это вот, по-моему, бурая гроздь, сюда одна попала. Так, это кто? Тоже Марселон. Банановые ноги. Вот это треснуло уже, видите, сокровище инков. Это Амана Оранж. Это черри дюкре, вот эти вот красненькие сливки. Отлично просто для банок они подходят. Так, и что еще? И бурая гроздь.
Вот это, наверное. Наверное, тоже бурая гроздь. Не помню. Кажется, так она называется. Ну вот. И вот эти вот красненькие симпатяшки, вот, про которые я рассказывала, Любаша, это тоже партнер.